Шум машинки мастеров зубного ремесла до боли знаком тем, кто в советское время лечил зубы без анестезии. Сегодня с первого звука понятно, специалисты и медоборудование настроены дружелюбно. Последнее отвечает всем современным требованиям и поступило в детское отделение номер 6 стоматологической поликлиники в этом году. Тогда же завершили ремонт в кабинетах. Комфортные условия труда – хорошее подспорье для Лилии Мифтахутдиновой. Заведующей отделением 20 лет в профессии, знает все тонкости работы, а также как завоевать расположение маленьких пациентов. Вообще профессия детского стоматолога, она уникальна, потому что там нужно иметь не только золотые руки, но и быть психологом, который тонко чувствует ребенка. У нас очень комфортные условия труда. Вот недавно у нас провели ремонт, то есть новые стоматологические установки. Я думаю, что нашим маленьким пациентам здесь будет очень комфортно, потому что если обратить внимание даже вот на плиточки, они такие миленькие, детские. Новое оборудование, помощь и для стабильного коллектива, который в этом году отмечает 10-летний юбилей стоматологической поликлиники Ульяновска. В нее входят 11 отделений. Модернизация коснулась каждого из них. Во всех отделениях города за 10 лет проведен ремонт. За последние 2 года мы сделали ремонт в 9-м отделении на Наримановой. Это зуботехническая лаборатория, входная группа. В 8-м отделении мягкая кровля. В структурных подразделениях поликлиники работает почти 700 специалистов, среди которых терапевты, хирурги, зубные техники и медицинские сестры. За 10 лет они приняли 6 миллионов обращений, избавили от боли тысячи ульяновцев. За кропотливый труд лучшие кадры поликлиники получили памятные подарки и благодарности от первых лиц региона. Хотелось бы пожелать вам всем, конечно, как прежде всего врачам, которые несут, широкие, добрые, здоровые улыбки, конечно, здоровья, сплоченности коллектива. Сами же специалисты отмечают, лучшая благодарность – счастливые пациенты. Для этого коллектив поликлиники готов трудиться, не жалея сил и энергии. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.